Оля, стоит ли попробовать построить бизнес в другой стране? Опять-таки, ну что это за вопрос? Есть вопрос, я хочу создать бизнес в другой стране, в своей стране, я хочу. А пробовать, ну, такого не существует критерия, как, знаете, как люди, которые спрашивают, Оль, подскажите, в какой нише лучше построить бизнес? Можно стать успешным в любой нише, точно так же, как и провалиться везде. Вопрос в том, в чем вы хороши, что вас драйвит, чем вам хочется быть, какие навыки вы готовы прокачивать. Вы должны понимать, что бизнес – это колоссальная работа, огромная работа, и она должна быть по кайфу. То есть, если вы вступаете в отношения с бизнесом, это чаще всего вы забываете на какое-то количество времени, о своих близких людях, там, своих детях, это становится для вас детищем таким. Вы уходите в декретный отпуск, который требует ваших сил, ваших денег, вашей энергии, вашей любви, и вам нужно точно на это решиться, то есть понять, что вы точно этого хотите, и опять-таки взять на себя за это ответственность, потому что если вы этого не можете сделать, а просто ждете чьей-то рекомендации, то ничего не получится. Но так бизнесы не делаются. Вот. С бизнесом нужно вступать в страстные отношения. Так, Оля, как вы относитесь к сетевым компаниям? Сетевая компания – это такая же компания, как и любая другая. Прелесть сетевой компании, как мне кажется, заключается в том, что там есть классные люди уже, которые простроили крутую схему продаж. То есть они дают вам готовые алгоритмы, они дают вам четкий план, что нужно делать, они вас учат, они вас мотивируют, они вас поддерживают, в общем, они вас всяческим образом ведут. Многие входят в сетевые компании, продажи сетевого бизнеса обычно заключается в том, что тебе ничего не надо сделать, мы все сделали за тебя. Но в этом есть обман, потому что мы сделали за тебя огромный пласт работы, но тебе необходимо действовать. И вот многие люди, которые вступают в этот бизнес как в пассивный, затем сильно разочаровываются. А те люди, которые смотрят на это как на возможность, да, мне дали классный продукт, мне дали поддержку, мне дали компанию, мне дали мотивацию, мне дали обучение, и мне нужно действовать. Вот тогда, в общем-то, вы можете преуспеть в этом действии. Вот. Но тут самое главное быть к этому готовыми. Поэтому я к сетевому отношусь, как и к любому другому бизнесу. Ну, работай, зарабатывай, классные люди это делают.